координационном центре работают представители ветеринарной службы Россельхознадзора. В сельских округах работают штабы с участием представителей агрофирмы и крестьянско-фермерских хозяйств, председатели садово-огородных товариществ, представители территориального общественного самоуправления. Они получили необходимую информацию сами и будут распространять ее на территориях. В случае обнаружения вредного насекомого немедленно будут приниматься необходимые меры. Механизм работы следующий. При выявлении необходимо сразу сообщать в управление сельского хозяйства, в управление ветеринарии. Дальнейшие действия будут сразу приниматься сотрудниками этих управлений. На территории Анапы пока не установлено таких фактов. Но мы продолжаем работу в данном направлении и занимаемся этим вопросом плотно.